Модель центров АСАН представлена в исследовании ООН как одна из самых ведущих практик в сфере государственных услуг. К таким выводам пришел Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН в публикации «Проектирование центров оказания услуг из единого пространства для применения целей устойчивого развития и более эффективного предоставления услуг». Как сообщили в отделе по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, в публикации говорится о возможности таких центров. Также экспертами ООН отмечена успешная практика службы АСАН и подчеркнута ее исключительная важность в оказании услуг на основе передовых принципов управления, повышения эффективности и обеспечения доступности в этом направлении. Подчеркивается, что в рамках успешных реформ в сфере государственного управления в Азербайджане служба АСАН играет важную роль в борьбе с коррупцией и ликвидацией бюрократии. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана было создано указом президента Ильхама Алиева в июле 2012 года.